метро Красные Ворота. Там вот направо идет Боярский переулок, дом, где жил Максим Максимович Литвинов, там вот мемориальная доска стоит, который был нарком иностранных дел. Вот эта памятная доска. Не наводится резкость. Ну ладно. Здесь проходит улица вот Садовая Спасская и начинается Садовая Черногрязская. Вот эта высотка. Там тоже еще один выход из метро. И здание управления Российской железной дороги. Информационный центр. Там вот слева. А здесь самоуправление. Это какое-то якутское представительство здесь. Я не знаю, какое именно. Может быть, Республики Якутия-Саха официальная. Может быть, какой-нибудь фирмы. Это Мясницкий переулок, если я не ошибаюсь. Вот в сторону улицы Мясницкой.